Привет! Химик вышел во второй раунд плей-офф ВХЛ. В серии 6 матчей они обыграли Буран из Воронежа. Забил Илья Талалуев. Но чтобы попасть в нынешний Спартак, нужно года 2 не играть в хоккей. Болельщики Акбарса после поражения в третьем матче от автомобилиста показывали неприличные жесты главному тренеру Зинатуле Белялетдинову. Интересно, а как отреагировали на поражение болельщики из Нижнего Новгорода? В третьем матче серии СКА против Торпедо команды сыграли так, как и ожидалось с самого начала. Нижегородцы подошли к этому плей-офф в плохом состоянии, но за счет настроя и ошибок питерцев сумели достичь невозможного – взять одну игру в Санкт-Петербурге. И это была сенсация. Почему-то, правда, многие ее оценили иначе. Мол, у нижегородцев есть шансы на победу. Да, конечно, и не было никаких шансов. Роман Ротенберг успокоился, позволил своим хоккеистам играть, а когда на первый план выходит чистое мастерство, то шансов у нижегородцев нет. Но Ларионов то ли боится признавать собственные ошибки, то ли реально верит в какие-то чудеса. Правильно восстановиться, правильно, значит, скажем, сделать правильные выводы. Вот, они не должны быть жесткими или жестокими. Это игра, это хоккей. Вот, и мы понимаем, что серия будет длинной, и мы в это верим. И мы, я вам скажу, что верим, что мы эту серию выиграем. Вот, без всякого, значит, сомнения. Вот, и это мое заявление на то, что ребята будут гораздо сильнее, гораздо более интенсивными в следующем матче и до конца серии. Во вторник СКА победил 5-2, и две шайбы гостей казались случайными. Хозяева нанесли очень мало бросков, но они не отбрасывались, а просто все время потратили на то, чтобы разрушать набеги игроков СКА. Вот и сказалась странная и глупая поездка в поезде до Санкт-Петербурга. Ведь если бы так можно было действительно восстанавливать силы, то все бы пользовались подобным методом. А игроков Торпедо это выбило из колеи. Затянется ли серия или быстро закончится, зависит только от СКА. Если они будут играть творчески и забудут про свой вертикальный хоккей, то получат больше выходных перед вторым раундом. Но даже с примитивной игрой у соперников нет никаких шансов. От опытных ребят Ларионов сознательно отказывается, а молодые просто не могут. На мой взгляд, вы совершенно верно определили после второго матча причину того, что Торпедо быстрая команда. Но дело в том, что Ларионов ел малину, если не ошибаюсь, с 9 октября 2022 года. Скажите, вы только недавно об этом узнали, или это та самая редкая малина, эффект от которой наступает через полтора года? Комеди-клаб у нас сегодня? Да нет, так. «Авангард» после победы в Тольятти 3-1 ведет в серии против «Лады» 3-0. В четверг там все должно закончиться. Нападающего Кирилла Марченко пытаются сделать виноватым в проблемах «Коламбуса». Этой ночью хоккеист пропустил матч против «Питтсбурга» по игровым причинам. Надо ли говорить, что «Коламбус» проиграл? А еще один российский хоккеист ждет, когда его обменяют. До закрытия трансферного окна в НХЛ осталось 3 дня, но за океаном уже в открытую говорят о том, что Владимир Тарасенко точно покинет Оттаву. Правда, у российского ветерана запрет на обмен, но это только для того, чтобы ему не подобрали неожиданный вариант, который не устроит игрока. В случае с Флоридой, куда сватают хоккеиста, он, безусловно, откажется от пункта в контракте. Кроме того, сообщается, что на Владимира якобы претендуют Вегас и Бостон. Но интересуются ли хоккеистом на самом деле, доподлинно неизвестно. Во Флориде ничего не комментируют. Но вообще удивительно, что новости по Владимиру совпали с тем, как он сменил агента. И предыдущий в первые дни развил активную деятельность. Тогда тоже появлялись слухи об обмене, но это ничем не закончилось. Теперь ситуация повторилась. Тарасенко вообще очень часто меняет агентов, в последнее время считая, что именно они виноваты в том, что у него не так много предложений. Да, он получил контракт на 5 миллионов в Оттаве, но на самом деле это не самое солидное соглашение с клубом, который точно не попадет в плей-офф. Да и менеджерам канадской команды крепко досталось за этот ход. На самом деле все понимают, что лучшие времена Владимира позади. У него богатая и насыщенная медицинская карта. Да и свежо в памяти, как он приехал помогать Рейнджерс выигрывать кубок, но все закончилось оглушительным провалом. И в этом сезоне Тарасенко явно не блещет. Его цифры не так ужасны – 17 голов, 24 передачи, но при этом он редко приносит результат. Да и у него случались длительные отрезки, когда он ничего не делал на льду. Все это сказывается на переговорах.
«Октава» хочет как-то компенсировать бездарно потраченные деньги, а клубы не желают переплачивать за ветерана, который вряд ли принесет много пользы. Кроме того, Сан-Хосе не может договориться о новом контракте с нападающим Александром Барабановым. Его пытаются обменять, так как летом он станет неограниченно свободным агентом. И последнее, «Металлург» после победы в Хабаровске повел в серии с «Амуром» 2-1. Одна из шайб на счету Дениса Зернова. Кажется, он просыпается. И это проблема для Андрея Мартемьянова. До свидания. Коллеги, еще какие-нибудь вопросы будут? Что, про оператора не будете, что ли, спрашивать? Странно. Все, спасибо. Спасибо, да, увидимся на следующей игре.